Месяца 19 день. Пути 193 серия будет пройдена 30 километров. Населенных пунктов. Ну, населенный пункт отмечу титрами и стрелкой. Допью кофе и тронемся. Ну что, трогаемся, друзья. С Богом. 1500 километров. Поехали. Так, туман, как обычно, по утрам. Солнце взошло в Москве 40 минут первого. Местное время 6:40. Так, ну тут уже кучкуется, уже собирается толпа из машин, фуры, маленькие машинки. Ровная переправа начинается, по-моему, в 8 утра. Кто-то приехал еще вчера. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Не знаю, подруга, как эта дорога покажет, куда повернут. Кто-то приехал вчера, кто-то уже подъезжает сегодня. Кто-то ночью ждал. Ночью переправы нет по расписанию. Лена ходили разговоры, и что-то вроде бы ушли с маршрута. Что-то ушла. Вот тут видно.
наверное, был на Алдан. Но я не знал этого. Так, тут собираются на стоянку фуры, ожидают ночи. Но сегодня тут пусто. Сегодня машин пока мало, да и время еще, как говорят, детское. Так вот, речь о строительстве моста через реку Лена к Якутску уже идет давно, и вроде бы какие-то уже обещания есть. А вот через реку Алдан, чтобы проехать в Магадан, даже речи не идет о том, чтобы строить мост. По крайней мере, если и идет. Меня поразило. Поверните налево. Ну куда налево еще? Ладно, поедем налево. Так, вот фуры, которые стояли, уже загрузились на паром. Так, я круг сделал, заблудился. Вот возле этого щита я ночевал. Ну, в общем, посмотрели, сделали круг почета, так называемый, причала, где идет погрузка грузовиков, легковых автомобилей на паром, чтобы перебраться на другой берег Алдана. Так вот, вчерашний день стал для меня открытием, наверное, увидев, в каком состоянии трасса Колыма. Знаете, оторвали башку этому людоеду. И уже отпраздновали 76-ю годовщину победы. А вот дорога, на мой взгляд, как была после бомбежки, так она и осталась.
какой-то президент наш, государь, обещал высокоскоростной интернет по всей России. Мобильную связь. Но его хватило на то, чтобы переодеть солдат в какую-то странную форму и переименовать милицию в полицию. Вот и все. Даже упоминать не хочу это имя этого. Ой, Господи. На каком высокоскоростном интернете может идти речь, если мобильной связи нету? Вот как съехал с трассы Амур, ну, вблизи вот Алдана, Нерюнгри, вот этих Тынды, города Тынды, если еще есть там интернет мобильный и связь устойчивая, то это медвежий край вот, в полном прямом смысле слова. Не по телефону позвонить, родных предупредить, где я, что я. Ни смс-ку отправить. Ничего невозможно. Я еще говорил о грядущем буме автотуризма, автопутешествий. Ну вот, вчера проехал сколько? Примерно от Нижнего Бестиха до Паромной переправы, это километров 300, наверное, может чуть больше. Никакой нормальной инфраструктуры нет. Не то, что инфраструктуры, дороги нормальные нет. Это гравийка, щебенка. Только стоят эти плакаты до 24 года, сделаем, планируем и все. Вчера мне еще повезло в том плане, что вот на трассе Колыма не было дождя. Дальнобойщики смеются, разговаривают. Заряжается, что ли? Сейчас гляну, что-то у меня крякнуло. Да нет, зарядка идет нормально. Самая популярная надпись на смартфоне — нет сети. Наученный вчера горьким опытом на привале, я не послушал прогноз, лег спать. Ночью был вынужден проснуться от холода, стуча зубами, напялил на себя теплые вещи, которые брал в дорогу, узнал, куда еду. Такой климат. И вот полночь переоделся. И сегодня оказался умнее в этом плане. Тут только одна радиостанция, ну, местная,
то они везде, не всегда. Они передали, что будет ночью до минус одного, днем до минус до плюс 14. Должен сказать, что вчера было минус один, и днем плюс 17. Сегодня утром было плюс 2. То есть температура была положительная. Сейчас потихоньку растет. 2,5 градуса. Так что пришлось пересмотреть свои спальные принадлежности, спальные дела. Сегодня ночь прошла на ура. Знаете, вот есть приятный момент. Это сегодня в ночи. Темень была, хоть глаз выколи, чернота, все вокруг. Фуры, которые приехали, загрузились на паром, уехали. А на ночь, которые приехали, они еще не подъехали. И я посмотрел на небо. Какое же все-таки чистое, ясное небо. Такие громадные звезды. Млечный путь четко выделяется. Все созвездия, Кассиопея, и Лебедя, и Большой Медведец, и Полярная звезда. Все просто как на глобусе. Четко, ясно, все видно, все. Но это был такой единственный момент за всю ночь. Ну, ночь прошла спокойно, никто не беспокоил. Кто-то по лесу шарился от фонарика. Наверное, грибы искали. Вот. А так ночь прошла спокойно, тихо, без проблем. Перемазался я как черт. Малейшее прикосновение к автомобилю оставляет следы одежды. Все вместе. Сейчас туман. Так я вот с возмущением. Почему такое отношение к этому краю? Зэкам было тяжело добираться, если они убегут. Так вот еду и думаю, что эта дорога не ремонтировалась никогда. Никогда. Но все в том, что я всегда защищал дороги России, потому что мог предоставить объективную информацию в виде видео. И вот до Магадана 1500 километров. Как мне сказали дальнобойщики, за небольшим исключением, все дорога вот такая. Может быть, господин Владимиру Владимировичу стоит намекнуть правительством, что есть желание проехать на Ладе по трассе Колыма.
отличном, замечательном состоянии. Были там просадки, провалы, обвалы. Ну, это все восстановили уже. Находят разные отмазки и прочие вечные кислота. Поэтому асфальт проседает. Я скажу так, меньше надо воровать. Меньше надо воровать. Вы голые пришли в этот мир, голые уйдете. Но памяти себе вы поставите проклятие себе в спину. Что-то я разошелся с утра. Но на самом деле, разве можно вот? Столько лет, 76 лет, как кончилось великое преступление. Как закопали этого ублюдка, людоеда Гитлера. Посмотрим, бензин здесь есть, нет. Попробую заправиться, сколько у меня там осталось. Сейчас гляну. Где ж мы тебя искать-то? Пятнадцать литров.
говорите, да? Какая заправка? Так, это показывает мне 1 градус на улице. Монета заправки. Пройдено 0 километров. Это вот все оставлю. Буду на нее ориентироваться. Так, время в пути 0 минут. Этого достаточно.
люди